А? Рада, что тебе лучше. Спасибо. Мистер Финниган, да? Господи, боже ты мой. Мы подобрали деревенского дурачка. Барри! Вспоминаешь, Эй? Я Кэссиди. А это... Барри! Ты очень долго болел. Жаль, что был вам обузой. Видишь, у него есть манеры. Как для матроса может. Небось, напился, да и выпал пьяный за борт. Барри! Он прав. Что вам надо? В чем дело? Что это вы задумали? Давай проваливай, дурень! Я так и хотел. Но ты меня обидел. I can't wait to see my blade buried in your heart! И не возвращайтесь! Спасибо, Шей. Будь я помоложе, уложил бы их одной левой. Чего они хотели? Как обычно. Решили, что им должны за то, чтобы никто не пострадал. Помяни мое слово. Эти банды погубят наш город. Жди тут, принесу тебе кое-что. Не стоит тебе разгуливать тут голышом. Вот, примерь. Вещи сына. Думаю, это тебе не помешает. Мало ли что. Благодарю. Прямо настоящий джентльмен. Кэсси. А при мне была книга? Нет, только это оружие. Спасибо вам. Я пойду. Видимо, манускрипт покоится на дне океана. Говорите, что вам надо от Финниганов? Я ни при чем. Мне приказали. Да? И где же твой босс? Его легко найти. Там во дворе всегда черный дым поднимается.
same as it ever has. Unhappy natives to the west. Flies. I see him. Run interference. He could stand still for a second.
Спасет от дыма. Спокойно, мастер Кормак. Мы друзья. Финниганы знали, что вы решите действовать в одиночку. Я полковник Джордж Монро. Полковник? Я решил помочь, но, как видно, опоздал. Спасибо, что разобрались с этим отребьем. Они бич Нью-Йорка. А вам-то что? Вы же просто арендодатели. А люди в городе изо всех сил пытаются выжить. Неудивительно, что вы так считаете. Некоторые из моих товарищей не слишком благородны. Но я не такой, как они. Неужели? Поверьте. Я хочу, чтобы колонии жили в покое и достатке. Громкие слова. Быть может, вас лучше убедят мои действия, мастер Кормак. Вот, заберите украденное. А теперь давайте пустим деньги на благо города. Я понимаю, у вас нет причин доверять мне. Вы сказали, что знаете Финниганов? Да. Их покойный сын работал на меня. Вы на него похожи. И чем же? Он не был равнодушным к людям. Мы мечтали, чтобы жизнь в этом мире стала лучше. Не просто выживать, поесть, тепло одеться. Свобода от нищеты – лучшая из свобод. Даже кажется, что вам не безразличны те, кем вы управляете. Я не управляю, мастер Кормак. Я лишь помогаю. Richard Patrick did willfully and repeatedly commit the crime of sleeping in. Видите развалины, мастер Кормак? Мы можем все исправить. Постройка городов – новая наука, но она неплохо работает на континенте. Я распределяю ресурсы и пускаю их на стройку. Нью-Йорк будет процветать под вашим присмотром. Вы можете много сделать для города и горожан. Человеку нужна цель. Пока что прощаюсь.